Друзья, всем привет! Актер Джеки Чан и казахский певец Димаш Кудайберген знакомы уже не первый год, и между звездами сложились теплые дружеские отношения. Сегодня Димаш тепло поздравил Джеки с днем рождения. Фотография с нашей первой встречи. С днем рождения, легенда, вы самый лучший. Джеки Чан поблагодарил за поздравление. Снова наступило то время года, и я получил так много сообщений и пожеланий всего наилучшего. Я хотел бы сказать сердечное спасибо всем своим друзьям и поклонникам со всего мира за ваши теплые пожелания в день рождения. Желаю всем мира, счастья и здоровья. Я никогда не забуду тот день, когда познакомился с актером, вспоминает Димаш. Дело было 3 года назад, когда мой первый клип вышел на экраны китайского телевидения. Спустя пару дней мой менеджер сказал: «У нас завтра встреча с Джеки Чаном». Я сначала не поверил. Джеки Чан – это же кумир моего детства. На следующий день мы встретились. Я очень переживал. Но Джеки Чан оказался настолько простым человеком, действительно, большой пример для подражания, эталон человечности. Помню, как один из агентов продюсерского центра BG Talent в Китае, с кем я по сей день работаю вот уже более 3 лет, сказал мне: «На завтра тебя пригласил Джеки Чан. Он увидел твое выступление на проекте I'm Singer». Я помню, что был немного взволнован, потому что я с детства любил фильмы этого замечательного человека. После этого мы стали чаще встречаться на разных съемках, ТВ-программ и концертах. Но я не переставал восхищаться его человечностью и скромностью. Мне кажется, такие люди, как Майкл Джексон, Джеки Чан, Бочелли, Паваротти и так далее, стали звездами для того, чтобы показать пример, как на самом деле должны вести себя большие, достойные артисты. И еще раз с днем рождения, Джеки Ага! В 2017 году Джеки Чан открыл неделю китайского кино в столице Казахстана. Выступая на сцене киноконцертного зала КАС Медиа-центра, актер спел одну из своих песен, а затем Димаш, обращаясь к гостю из Поднебесной, исполнил песню на китайском языке без музыкального сопровождения. Димаш рассказывал: когда он предложил мне исполнить саундтрек к своему новому фильму «Авангард», я не подозревал, что она будет настолько быстрой. Я даже на своем родном казахстанском языке затруднялся бы спеть, но чего не сделаешь ради кумира. Димаш Кудайберген был почетным гостем 5-й ежегодной недели фильмов Джеки Чана, состоявшейся в Датуне. На открытии кинофестиваля артист исполнил 3 песни – «The Crown», «Screaming» и «Незабываемый день». Последнюю песню Димаш спел в дуэте с популярным тайваньским певцом Терри Лином. Помнят эти кадры с репетиции исполнителя, на которых запечатлено, как эмоционально Джеки Чан реагирует на выступление Димаша. К концу песни китайский актер не удержался, не переставая хлопать, сорвался с места и 2 раза поклонился Димашу. Они сумели не только найти общий язык, но и завести милую традицию обмена подарками по случаю различных праздников. Джеки Чан не остановился только на сюрпризах для Димаша. В канун Нового года актер послал по почте для семьи певца огромный чемодан различных сувениров.
Димаш неоднократно рассказывал о теплоте и доброте китайского актера, который неустанно желает ему светлой дороги и дает свое благословение. О простоте и открытости Джеки Чана известно и без слов, говорит Димаш. Он мой любимый актер с самого детства. И каждый раз, когда мы встречаемся, он неустанно желает мне светлой дороги и дает свое благословение. Сегодня я был на презентации его нового диска. У меня в руках подарки от Джеки Ага. По нашим традициям я подарил ему современный казахский чепан. Спасибо за ваше доброе расположение ко мне. Такая простота человека, которого знает весь мир, восхищает меня. Я желаю вам долгих лет жизни, написал Димаш Кудайберген. Родственники Димаша были в восторге от такого внимания со стороны гонконгской знаменитости, известной во всем мире. Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». 对，他让我们哼唱，然后还起了那么高，但是对于我们，我们唱的是，哎呦嘿嘿，他太高音太厉害了。OK哈，再一次谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，在我们节目队员的。Hello, I'm Jackie Chan. I know it's a very difficult time for everyone right now. And we all face the same problem, the coronavirus. It's very important to stay at home with your family and follow the rules of your government. If you have to go out, please remember to wear your face mask and wash your hands frequently. Protecting yourself is protecting your family. Stay safe, stay strong. I truly believe we have a brighter future ahead. 加油! Thank you.